Вот уже изрядно вспотели. Привет, привет. Ну, шпак, наверное, в Питере. По идее, он там должен быть. Акклиматизация нормально. В тренажерке. Не, рывок, ребят, все после соревнований. Еще немножко рывков, и у меня плечо вывалится. В команду можно. Кишинев, привет. Упражнений 5 сегодня будет, уже было 2. Была тяга в наклоне и тяга блока верхнего. Все было. Тяга блока была 8. Подходов. Первый подход 50 раз, потом побывающий. Вот. Привет, сирийцы. Ассирийцы, точнее. И футболки будут. Вот. Сейчас продолжаем потихонечку тренироваться. Я тут импровизированный штатив пытался сделать. Буду глядя на вас. Общество любителей меда, ништяк. Мишки очень любят мед. А ты качаешься вечером? На верхнем блоке сначала 20 на 50, потом 40 на 25, потом 82 на 12. Да откуда я знаю, я не меряю ничего. На зеркало смотрю, будет работать, все ладно. Сейчас буду делать. Шорты удобные, кстати. Спасибо Клокову. И на широчайшие, и на ромбовидную, и на лопаточную, и на круглую. Там в комплексе работает, и задняя дельта работает одновременно. Когда что-то просто делаешь, в любом упражнении, важно даже
не тупое исследование, там, допустим, какой-то академической техники. Важно, чтобы ты нормально нейромышечную связь установил. То есть ты должен чувствовать, как у тебя работает мышца. Если ты слышишь мышцу и делаешь именно ей, то ты всегда подберешь правильный вес, ты всегда сделаешь именно правильную технику, подходящую для себя. Я не говорю о тех случаях, когда люди там, как там, так называемую позу срущей собаки делают, да? Это опасно для спины, просто это, ну, это техника безопасности. Вы можете спину себе сломать. Вот. А по-хорошему вы должны на малых весах учиться делать так, чтобы ваши мышцы горели. Вот. Массу набрать, есть, дотренироваться и спать. Достаточно. Набирайте, пожалуйста. Рост у меня 184. Вот. А вес сейчас, наверное, около 92-93. Я слил как бы воды достаточно много на тайских каникулах. Жара как-никак. Потел круглыми сутками. Пил и потел. Как лошадь барона Мюнхгаузена. Только через поры. Вот. Привет, Краснодар. Краснодар, дорогой сердцу город. Там я стал чемпионом России. За 3 месяца 10 килограмм это возможно. Да. Казахстан, привет. А на кого там учатся обычно? О, у нас тут силачи появились. Пью, смесь пью, углеводы, аминокислоты различные, то есть и L-карнитин, и глютамин. Вот. А борода от влажности завивается. Шпак. Я как бы к публике не ревную. Кому нравится шпак, тот будет смотреть шпака. Кому нравятся мои трансляции, будут смотреть мои. Как состязаться в количестве публики, это все равно, что соревнования или там конкуренция в благотворительности. Кто самый благотворительный? Более того, я даже думаю, шпак может чему-то научить, не только как бы как розовые труселя носить и там вставлять себе кое-что куда-то там, импланты какие-то. Чувак очень грамотный. Я думаю, гантельку надо побольше взять немножко. Видите, штатив у нас. Слабый штатив, слабый. Вот так вроде стоит. Не, кстати, шпак абсолютно гетеросексуальный чувак, приезжал с женой, у них отношения, они там пылинки друг с друга сдувают, вообще нормально. А, ну, размалеванный, да, как бы клевый, неоднозначный, да, типа человек-скандал такой. Ну, у всех свои методы, как бы, обратить на себя внимание. Вот, я абсолютно не упрекаю его. А ремень, ребята, фирменный. Ремень команды Императора. Yeah.
Какой клуб Хамовник? Откуда я знаю? Думаю, будет тренировок 6 недель у меня теперь. Скоро все появится на портале «Атлетизм», вся коллекция и одежда «Воля императора» и аксессуары всякие. О. Ну, точно не в Хамовниках занимаюсь. Вот. Занимаюсь в клубе «Берег» сейчас, в Лужниках. Тренировка от часу до двух. Все успеваете восстанавливаться. Складывайте правильно сплит и нагрузку соответствующую давайте. Спите, ешьте. Короче, работайте. Все у вас будет восстанавливаться. Я уже говорил, пью аминокислоты, сахара. Вот. Все то, что необходимо для поддержания нормального работоспособного состояния на тренировке именно. Потому что многие забывают о том, что эффективность и длительность тренировки зависит от питания, в том числе на тренировке. Элементарными частичками. Нутриенами. Куда? На Арнольд Классик готовились Соединенные Штаты. Общаемся. Серега хороший парень. Да, люблю компрессионные майки. Вот. Ничего не болтается. Я же не этот самый, в обносках бегать. Или там вы хотите, чтобы я в газ надевался в такие в псевдопорванные одежды, которые... Ребят, у меня выставки это вообще для меня просто способ продвижения атлетизма. Я только там поэтому и выступаю, представляя свой проект в том числе. У меня много разных проектов, работы есть. Я как бы не просто физрук с бородой, слава богу. Я, конечно, не кичусь этим. Я очень уважаю людей, которые посвятили спорту жизнь. Я, к сожалению, решился именно посвятить себя спорту уже достаточно поздно, только в 32 года.
33 мне сейчас. Ну, я считаю, ремень — это определенное соблюдение правил и техники безопасности. Вот, потому что у меня уже было достаточно травм, казалось бы, на пустом месте. Просто гантели поднимал, сидя, для того, чтобы выполнить упражнение. Еще даже не выполняя упражнение. И у меня смещались диски. Очень нехорошо. Ой. Скажу, хорошо, что появился Classic Physique. Это определенное возвращение к традициям действительно эстетического, красивого бодибилдинга. Вот. А на грудь обычно жмут, чуваки. Вот. Ребята, вы только про метан знаете, да? Я думал, ой, меня заплакать заставить сейчас. Вы давайте перечисляйте все, что вы знаете. Привет, Молдавия. Вот до тех пор, пока вас интересует больше, кто сколько колет там и чего, вот, и пока вас это больше интересует, чем непосредственно тренинг и тренировки собственные, вот на том же месте будете оставаться, вот, если кто-то хочет прогресс. Вот надо просто как бы меньше говорить и херачить. Вот правильно парень пишет, надо фигачить в зале так, чтобы у вас 7 потов сходило. Вот. Йобург, привет. Люблю Екатеринбург. Ремень воли императора. Еще раз для тех, кто не рассмотрел. Тренируешь 6 раз. Нормально отношусь к кроссфиту. Только для меня это больше не спорт, а маркетинговый шаг какой-то для продажи продукции компании Рибок. Вот. ОФП, пожалуйста, круговые тренировки ОФП. Вот он весь кроссфит. Стараюсь 6 раз есть. Никак собраться силами. Есть я тоже не люблю много есть, но приходится. Ну, борода, она тоже не сразу вылупляется. Сначала. Ребята, если я сейчас буду рассказывать, сколько и что я сегодня ел, я, в общем, потренироваться не успею точно. Параллельно пытаюсь программку снимать.
Как перекус фрукты, если вы не на этом, не на диете жесткой. Смотря в каком месте у вас спина неисправная. Сейчас будет упражнение. Ну, периодически тренирую людей. Сейчас будет упражнение как раз на подсечение широчайшее, в чем обычно самая проблема существует у атлетов. Это не толщина, это на подсечение. Я на дискотеке последний раз был во время Первой мировой. А, ну в Патонге был на дискотеке немножко. Ну, я вообще русский человек, у меня нет каких-то предрассудков по поводу спиртного. Как в любой теме, здесь главное меру знать. То есть, если вы что-то вообще делаете, даже и в качке, и в спорте, и там в здоровом образе жизни, нужно меру чувствовать. Либо вы превращаетесь в сумасшедшего задрота, вот, либо как бы живете как нормальный человек, относительно гармоничный, сбалансированный. Вот. Кепка, потому что потею. Потому что башка у меня потеет, и тело все потеет. Тело? Что, бороды недостаточно, что ли?